Мариуполе в канун майских праздников состоялось торжественное открытие экстрим-парка. В течение 3 часов мариупольцев и гостей города радовали своим выступлением лучшие творческие коллективы Мариуполя и поселка Сартана. Как рассказывает председатель Кальмиутской администрации Михаил Богатыренко, в этом году экстрим-парк будет работать по новой системе. В этом году экстрим-парк начинает работать по-новому. Теперь он является городским экстрим-парком. В ближайшее время будет разработана программа по дальнейшей реконструкции и модернизации нашего парка. И у нас появятся и зоны отдыха для родителей, и зоны отдыха для деток, и такие интересные и замечательные программы, которые в проекте проведения. Директор ДК «Молодежный» Дмитрий Визенков тоже отмечает. То, что в самые короткие сроки удалось запустить все аттракционы, и сегодня этот парк открыл свои двери. Ну и, конечно же, улыбок и хорошего настроения всем вам. Спасибо. По словам администрации парка, большой наплыв людей ожидается к концу мая.